Hello. Ну как тебя зовут, расскажи. Адриана. Сколько тебе лет? 8. И куда ты ходишь? Британскую школу. О, British School, да? Ну расскажи, что бы ты хотела поменять в этой школе? Ничего. Ничего, ничего? Тебе все нравится? А что тебе нравится? Учителя. Учителя нравятся? А у тебя несколько учителей здесь? А кто? Расскажи. Надин и Натли. Ага. А еще кто-нибудь приходит к вам иногда? Кто? Кристофер. А кто такой Кристофер? Учитель Тамаша. Это просто учитель из Беларуси или нет? Или он приехал откуда-то? Приехал из Великобритании, да? Угу. Что тебе больше всего нравится? Какой предмет? У тебя много предметов здесь? Один? Четыре. Четыре предмета. А какие это предметы? Какой у тебя первый урок? Надин. Как он называется? Кто? Oxford Discovery. Угу. А что вы там делаете? Мы иногда рассказываем стихи, а иногда пишем и читаем. Угу. А второй урок какой у вас? Мы играем. Угу. Как он называется? Драма? Драма. Мьюзик. Что вы делаете на этом уроке? Чем он отличается от первого? То, что мы там играем и... Угу. И еще что-нибудь. Угу. Хорошо. А третий урок какой у тебя? Джоли Фоникс. А что вы на Джоли Фоникс делаете? Пишем тест. Угу. Занимаемся. Да. Хорошо. И последний урок какой у вас? Team Together. Team Together? Угу. А что вы там делаете? Мы учим слова. Угу. Угу. И разговариваете, да? Ну, что-нибудь пожелаешь в британской школе? Нет. Не пожелаешь? Ну, хорошо. Goodbye.